4 цикла по 4 минуты я уже пробежал. Сейчас у меня отдых осталось минутка. Хочу вам показать, какая здесь красота. Фу, там сзади не видно горы, но там гора огромная. Это Домбай, ребята. Я никогда раньше не задумывался о том, что спортсмены... Ну, точнее, я знал, что спортсмены едут, чтобы адаптироваться к обстановке там. Особенно, если в высокогорье идет речь о соревнованиях. Но сейчас я на себе понял, что вот 1600 метров перепад. Это существенно, по крайней мере, я это чувствую. Вот в дыхательных своей системе, там, в кровообращении, у меня пульс повыше. В общем, надо адаптироваться, конечно. Но здесь великолепно. Сегодня такая пасмурная погода. Ну, собственно, как и вчера. Но тепло, небольшой снежок. Фу, ладно, все, я побежал. Пока. Okay.